Велосезон открыли у Могилеве. Каля 400 велосипедистов приняли удел у велопробега. Маршрут от площади Ленина до вёски Константиновка. Представники могилевских велоклубов, гости из Гомеля и просто аматоры прогулок на велосипедах долучились до заезда. Спробовали свои силы в гонках, триале, фигурном вождении. Але, как оказалось, самые нетерпеливые напередодні открыли сезон ночных велозаездов. Каля паўсотні могилевчан проехали по улицах областного центра. Открытие велосезона у нашей рубрицы «На власные вочи». На этом я с вами развитываюсь. Дякую вам за увагу и до встречи у эфира. Вот, с бахтом.